Привет, моя красотуленькая, приветствую тебя на моем канале. Я знаю, выгляжу как страшная швабра. Ужас, кошмар. Итак, почему я так выгляжу? Потому что я собираюсь сделать полный макияж. Окей. Приполнёшенький макияжечек. Еще хочу попробовать новые штучечки, которые я приобрела на Алиэкспресс. Я купила себе вот этот набор. И один такой же набор для тебя, который скоро придет с Алиэкспресс для мне, и тогда будет розыгрыш. А также я получила вот эту палетку. Да, свет у меня не ламповый. А также я взяла один для тебя. А вот он. Взяла один для себя, один для тебя. И опять-таки скоро будет розыгрыш. Так что следи за новостями, подписывайся на мой канал. Эта раздача призов будет на следующей неделе. Так как я все еще жду доставки кое-каких штук, которые я заказала, так что будет еще больше крутых вещиц. Да, это пока что только лишь часть. И я собираюсь попробовать эти два набора. Так что начнем. И не забывайте подписаться на мой канал, поставить палец вверх и добавить его в ваш лист. Итак, начнем. Я сошла с ума, какая досада. Наношу на глаза. Отлично. Это не основа, это просто консилер. Я обожаю его, потому что он дает пастообразную консистенцию. И мне кажется, что консилер лучше подходит для моих глаз. Так не терпится он. А если слышишь этот шум, то извини, да, не обращай внимания, это мои сестрюшеньки так громко болтают. И болтают они веселые, веселятся такие сестрюшеньки мои. И мое видео, наверное, будет в стиле немножко гетто. И вообще, сегодня хочется просто быть собой. Так вот, я в нетерпении и хочу уже, наконец, попробовать. Я хочу попробовать некоторые осенние тона, там всякие коричневые, например, и от некоторые оттенки, может быть, красный, да. Потому что сегодня я хочу надеть вот эту шапку. Может быть, я попробую красную помаду, красные губы. Не знаю, я думаю, начну с этого цвета. В качестве переходного тона. Вот с этого, да. Я возьму вот этот цвет, который смотрится интересно, такой розовый цвет. Теперь я возьму этот красивый цвет, такой слегка вамп, похож на фиолетовый. Возьму вот этот блестящий оттенок вот отсюда, мне очень нравится, такой этот сверкающий белый. Окей, глаза готовы, и мне очень понравилась эта палетка. Цвета такие насыщенные, да. Да, волосы мои сейчас выглядят не лучшим образом, но в конце видео я буду выглядеть восхитительно. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Теперь я возьму этот матовый оттенок. Он похож на цвет слоновой кости. И нанесу его на область надбровных дуг. Растушую и нарисую стрелки. А также попробую эту белую подводку. Под что?
Итак, я наклеила свои накладные реснички симпатичные свои такие. Все нормально, все чудесно. Итак, я буду носить основу, которую я просто обожаю. Вот эту вот. Она дает полное покрытие, и я использую темную основу. Зацени бородавочку. Все нормально. Погнали дальше. Я буду использовать эти два цвета для контурирования. Так, а сейчас я нанесу под глаза вот эту вот банановую пудру. Продолжу контурировать этим цветом. Теперь хайлайтер, и я прямо в нетерпении, только посмотри, такие красивые. Я подумал, что подойдет один из двух цветов, но возьму и тот, и этот. Мне нравится смешивать. Не, ну ты погляди на хайлайтер, он просто поехавший какой-то. Теперь закрепляем макияж спреем. Ну чё, я там займусь волосами уже и скоро приду. Хорошо. Ну что, я теперь тебе нравлюсь? Я чувствую себя самой собой. И мне не терпится теперь попробовать и вот этот вот наборчик. Да, напомню, что я заказывал на AliExpress. Один себе, один тебе. Сейчас жду, пока привезут все остальное, чтобы устроить розыгрыш. Так, ну ты просто глянь на это. 10-6 оттенков. Я думаю, сделаю красные губы в стиле вамп. Ну что, погнали? Я возьму вот этот блеск, который называется Алио. Так, и чем он пахнет? Пахнет немного странно. Пахнет ванилью. Немного приторно. Но неплохо. Ну что, наносим? Погнали. Что, девчатуренчики, так этот цвет Лио выглядит, он офигенно красивый, мне он очень нравится. Я сразу чувствую себя собой. Макияж закончен, надеюсь, вам понравилось это видео, мне очень нравится их снимать для тебя, для вас. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить палец вверх и добавить в свой лист. Пока! Напомню, что все ссылки на товары под видео, давай проходи и покупай. И еще, если количество постов под видео перевалит за 1000, то я рандомно разыграю эту акварель среди комментаторов.